Улица Садовая в Кормиловке находится за железнодорожным переездом. Как говорят местные, за линией. Улочка узенькая. Участки под дома тогда почему-то отводили совсем небольшие. К примеру, у героини нашей программы Натальи Шаерман всего-то соток 5. Но и на этом клочке земли умудрились предприимчивые хозяева все разместить по уму. И огород, и палисадник, и постройки для живности есть. Здесь начинается так называемая санитарная зона. Посторонних в свои сараи Наталья Николаевна старается не пускать. Говорит, берегу свою скотинку от чужого глаза. Нам же побывать в святая святых разрешила, но только при соблюдении всех необходимых правил защиты. Тем более сейчас. Выдает нам с оператором спецодежду, обрабатывает руки. В таком обмундировании мы уж точно не принесем вреда ее питомцам. Ну, хочется, чтобы не было недоразумений, чтобы не болели, там не это. Ну, поэтому ну, я же уже человек в возрасте, поэтому я придерживаюсь. Здесь же переодевается и сама, говорит, это уже на автоматизме. Теперь можно начинать экскурсию по деревенскому подворью. Утро в деревне начинается с того, что начинает петь петух. Но он поет в 4 часа, а я поднимаюсь в 6. И я уже знаю, что мне нужно идти на свое подворье. Меня ждет хозяйство. Вот. Ну, вот сейчас я вас хочу показать моего друга, которого зову Вася. Он самым первым, наверное, получает, да? Он да? самый первый у нас. К нему я к первому отправляюсь. Он такой привилегии имеет, да? Да? Иначе, ну, иначе крику будет на все подворье. На все подворье. Ну, да. Пойдемте знакомиться с вашим Василием. Пойдемте. Где он там вас живет? Дождался, друг мой. Сейчас я тебя накормлю, мой хороший. Пойдем, мой хороший. Пойдем. Ну, айда, айда. Ну, не торопись. Все, молодец. Поросята на подворье у Шаерман водились всегда. Помногу не держат, только для себя. Пары штук хватает. Одного забивают, другой подрастает. Причем очень быстро. При таком-то уходе это и неудивительно. Да и породу подобрали хорошую, скороспелую. Уже 30 лет разводят только ее. Ландросы. Ландросы, вот что все хвалят. Не знаю, я брала, мне не понравились. Мне вот нравится вот, вот такая порода. Они на высоких ногах, не коротенькие. И вот они не жирные и мясные. Хотя жир я тоже топлю. У меня свой жир. Я не покупаю, не это. Все делаю на своем жире. То есть вы не отходите от тех традиций, вот, да. Когда вот как... еще тоже помню, наши бабушки топили кружочки, да, эти, да, да, замораживали. Да, да. Жир, ну, потому что я родилась в семье, где было тоже 5 детей. Отец у нас такой работящий, он пчел держал. Я вас сегодня еще медом угощу. Мы мед покачали. Вот. Пчел, кроликов. Откуда у меня это? Потому что у нас на подворье все это было. И, как то бы... есть вы по примеру родителей, да, правильно? Да. В рационе обязательно вареная картошка в перемешку с комбикормом. И хотя у хрюшек отменные аппетиты, есть они могут круглыми сутками, перекармливать животное нельзя. Не в пользу пойдет, во вред. Два раза кормлю их, и обязательно всегда нужен пучок зелени. Это молочай, это витамины. Вася очень любит их. И он, если ему не дашь, все, он считает, что не наелся. Давай, Вася. То есть это как десерт такой у него, да, да, десерт. Получается? Да. Ага. А еще дача у меня свекла кормовая. Ездим, листья привозим. И это самое, потом кабачки. Все, все. Это вот, кстати, это такое животное, которое вот все, безотходное все производство, все он поедает. Может, и спасло поросят такое отношение, когда повсеместно свиньи на подворьях гибли. Каждый день Наталья Николаевна осматривает своих питомцев. По незначительному отклонению в поведении поймет, что приболел. Наталья Николаевна, ну вот говорят, что можно по шерстке определить, здорово ли животное. Посмотрите, у него прям блестит эта, да, шерсть. И она должна лежать, не стоять ежиком, да? Да, вот когда подняты, то значит, что это самое... Могут даже блохи быть у них, заводятся. Да, да, да. Вот я опилками посыпаю, а он это самое начинает кататься. Это самое. Мухи все равно же это самое, ну, одолевают. От них никуда не деться, от мух. Это еще мало у вас в свинарнике вашем. Это тут перечесть их можно по пальцам, мух ваших. Бесконтрольно давать корм ни одному животному нельзя, говорит хозяйка. Оказывается, куриц
тоже можно перекормить. Вот уж точно не знала такого. Для всех есть мерная банка. Обязательно полезные добавки. Ракушка, песок и высушенная яичная скорлупа. Они за день полностью склевывают все это. Вот делаю так. Все перемешиваю. Все это пойдет моим несушкам. Вот такая полезная подкормочка, да? То есть любому животному, да, Наталья, надо подкармливать? Обязательно. А курочкам тем более, чтобы они... И кормлю один раз я их тоже в день, потому что чтобы они не клевали яйца. Если будешь перекармливать, они начинают лить яйца. И скорлупка не образуется, и все, они выливают яйцо. Можно держать полсотни куриц и быть без яиц, а можно и с десятком птицы озолотиться. Наталья Николаевна выяснила, в чем секрет яйценоскости. Сушкам вот я всегда добавляю в корм костную муку. Это вот такая добавка. Помногу не ложу. Вот навожу костная мука, мел у меня. Потому что им обязательно в рацион нужен мел. Также щепоточку мела. И вот такая здравица, чтобы несли яйца. Вот. Сейчас этот период я их подкармливаю, а потом месяца 3-4 все, я не касаюсь. Они несутся. Своими несушками Наталья Николаевна довольна. Уже много лет разводит только одну породу – рыжих. Как она точно называется, не знает. Да это и не важно, говорит. Всего известно более 30 пород кур с рыжим или огненным окрасом оперения. И хотя многие считают, что именно белые несушки более продуктивны, наша героиня берется утверждать обратное. Я взяла их, им было 2 месяца. Они начинают 3-4 месяца уже. Все. И как исполнилось 4 месяца, и вот первое яйцо я здесь нашла. Да, 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 моя хорошая, я тебя не трогаю, несись. Вот. Ну, порода не знаю какая, но я всегда беру рыжих. Не знаю почему, белых не люблю я их. Всегда беру рыжих. Вот 5 лет они приносят мне вот такие плоды. Яйценоскость, видите сами. Это вот вчера я не собрала. Вот сегодня они несутся в день. Ну, 10 штук, и они каждый день несутся. 9 – это однозначно каждый день. Может быть, одна какая-то отдыхает. Ну, в том году, вы знаете, у нас на базаре купила я. Сказали, что будут красивые, крупные. Я привезла домой. Они были, знаете, какие? Черные, оранжевые и желтые. Или они крашеные были? Вот я не знаю, первый раз в жизни я вот такой вот у меня получилось. Ну, растут, вроде большие растут. А потом слышу, кукарекают. Петушки. Да, я говорю, муж, что-то не то. Мы в зиму остались без курей. Без курей. Они все оказались петухами. Считается, что без петуха деревенское подворье будет неполноценным. Наталья Николаевна рассказывает, что однажды завели новую породу. Галашейка называется. Но, как говорится, не пришелся петух ко двору. Стал клевать хозяйку. Даже досаден. Пришлось с ним расстаться. Теперь в курятнике новый хозяин. Петух есть петух. В 4 часа он уже на подъеме. Курица снизлась, он дает знак, что курица уже снеслась. Вот как? Да, 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 да. Это можно сразу. И курица слетает с гнезда, и он кукарекает, кричит, все, да. Из-за нехватки места животных пришлось разместить в одном сарае. Ушастые уже привыкли к песням петуха. Такое соседство их нисколько не смущает. В клетках им комфортно. Главное, чтобы сыты были. Раз в неделю делаю подкормку. Покупаем яблоки списанные в магазинах. Ну, если остается дыни, там, от арбуза они все едят. Это как рацион входит. В основном даем ячмень, перемешанный с овцом. Это утром я им даю. Каждому. Вот по такой баночке, да? Да, по такой баночке насыпаю. А клички есть, Наталья Николаевна? Ой, ну, как сказать... Они для меня все одинаковые. Все одинаковые, да? И прям наверх положить, да? Да. Лошадка. Ну, да. Вот. Давайте, все. Кушайте. Выходи. Деликатесы. Это самочки, которые потом покрывать буду. Угу. Вот. Они уже вот первые приплод, это вот их дети.
с матерью побудут. Это та мамка сидит, да? Да, тоже мамка. У нее прям такая, как подушка вот здесь. Угу, потому что уже старая. Угу. Давно вообще держите, да? Всю жизнь, сколько живу, я держу. Угу. Ну, ложь, Оксана. Так. Положи еще им. Возьми, на дынечку поешь. Ну, это уже старый, да, да, все равно выходит. Вот, вот молодец, вот, все, умница все, моя. Это раз в неделю такая подкормка, да? Да, да, да. Кроликов отважится разводить далеко не каждый. Уж очень беспокойное это хозяйство. Знания нужны и опыт в этом деле. А еще надо быть готовым к тому, что в один миг можно лишиться всего своего поголовья. На то есть очень много причин. Разные инфекции, сквозняки и отравления. А, к примеру, от сырости у кроликов заводится ушной клещ, поражает мозг и животное погибает. Наталья Николаевна нашла способ, как с этим бороться. Ватную палочку смачивает керосин и обрабатывает ухо кролика. Вот уж точно профи. Держу, наверное, лет 30. Уже сколько я живу, столько держу. С детства приучил меня папа. У нас у каждого было по 60 клеток. Потому что в то время кролов забивали, сдавали мех, сдавался и мясо сдавалось. Вот. Поэтому, ну, когда семья появилась, я захотела. И вот с того времени... Вот построили эти клетки, сделали. Очень много проблем с ними. Это такие вот животные, которые вот они влияют на них все. Например, вот если куры болеют, кролы будут дохнуть. Если, например, летают голуби, а голуби это переносчики, вот рядом, если это находится вот у соседа, у него голуби, то они могут переносить тоже заболевания. Вот. Теперь, значит, рацион у них какой. Вот, например, сырую траву скосил и сразу давать нельзя. Это сразу будет падеж. У них начинается расстройство кишечника, и они начинают падать. Теперь капуста. Все говорят, ой, кролики капусту любят. А капусту листья вообще нельзя давать. Она ядовитая. Поэтому капусту я только даю им тогда, вот осенью, когда я крошу капусту, и остаются кочерышки. Вот, и там какие-то листочки, которые уже вызрели, в которых нет яда. В основном кормим это ячмень, овес, чтобы вода всегда была чистая. По весне йод капаю в воду, чтобы пропоить. И чтобы не было инфекции, белю клетки и пропаиваю водкой. В воду добавляю рюмку водки и пропаиваю всех минимум неделю. Ну, тут такие животные, я их люблю, я приду, я с ними разговариваю, я для них пою, я всегда здесь пою. Вот это мне такое место, соседка моя всегда говорит, ну, Наталья вышла кормить. А я песни, без песни вообще не могу. Поэтому они как-то уже привыкли, приходишь, пока туда-сюда разложил, попел песенки, все, успокоился, пошел. Полтуман на чисто поле, к ночи будут холода. Ой, ты горюшка, ты горе. Моя горькая беда, первый снег не за горами, на Калине снегири, а над нами, горько плачут журавли. Наталья Шаирман считает, что именно ее питомцы помогают ей держать себя в хорошей форме. Общение с животными поднимает настроение на весь день. Такую терапию не получишь ни в одном медицинском учреждении. Ну-ка давай, красавица, ешь. Разлука долгая, дорога дальняя, калина горькая. Калина красная. Если я сюда вот пришла, покормила, все сделала, у меня прибавляется энергия, здоровье. Вы понимаете, что... Представляете, сколько раз я тут поднимаюсь, чтобы спуститься, все принести. А если сидеть на диване, смотреть телевизор, ну это же вообще невозможно. Все говорят, откуда у тебя силы? Я говорю, ну как откуда? Вы понимаете, что я знаю, что мне надо с утра встать, наварить, кушать. Потому что муж и сын приходят на обед, чтобы было все управлено. А еще у меня работа есть. Я ездю на работу. А еще я бегаю в ДК, песни пою. Вот. И поэтому, не знаю, может быть, и за счет этого и здоровье прибавляется. И вот без этого, я не знаю, мне кажется, жизни бы не было. Честно. Еще в одной клетке бройлеры. Это мясная порода птицы.
Каждый год покупают 50 штук. Выживаемость всегда 100%. Наталья Николаевна свою птицу балует, ходит за ними, как за детьми, готовит для них специальную мешанку. С вечера, вот смотрите, траву нарубила, маленько комбикорм, мел обязательно добавляю. У меня еще мел добавка. Это кабачки порезанные. Капустный лист, по-моему. Да, тут капустный лист, свекольный. А это очень полезное лакомство, ведь в хлебе содержатся углеводы, которые обязательно нужны всем домашним животным. Кроликам просто жизненно необходимо грызть что-то твердое. Сухари – подходящий вариант. Покупаем хлеб, который привозят, он непригоден для пищи, там просроченный или, например, не поднялся там или перекис. Вот. Мы покупаем, человек в кормиловке возит, мы покупаем для хозяйства. Хозяйство. Ну вот, например, вот такой вот я беру специальный. Это для кроликов. Вот им раз в недельку можно дать, чтобы они посидели, зубы поточили. Такой хруст стоит, они так, с таким аппетитом едят его, этот хлеб. Разбиваю на кусочки и даю. Ну, а вот такой хлеб разрезаем. Бывает, добавляю в корм курям, мешаю. Огород – еще одна страсть Натальи Николаевны. Здесь растет только самое необходимое – лук и чеснок, морковь и свекла, капуста и зелень, огурцы и помидоры. Всего понемногу. Не хватает все тех же заветных соток. Будь побольше места, насадила бы еще много разных культур, говорит хозяйка. Хотя и этих 30 кустов вполне хватит, если правильно ухаживать за ними будешь. Нынешнее сухое лето всем огородникам доставило много хлопот и с поливом. И если одним культурам нужен редкий полив, то помидорам воды надо много. При засухе грунт желательно увлажнять через день. И здесь находчивая огородница нашла выход из ситуации. Выручил узбекский метод. Вот в связи с жарой, вы видите, что листва это самое, как бы вянет, потому что огород-то удобренный. Вот. И я делаю арыки. Вот это называется арык. Это вот такая канавка. Да, арык, канавка. Выкопана специально канавка. Я заливаю ее водой. И вот эти пасынки, которые я обрываю, я все бросаю, чтобы прикрыть влагу. Потому что корни-то большие, вот они соприкасаются. Когда мы поливаем помидоры здесь, мы вымываем вот это, корневую систему. А так корни питаются за счет этого. То есть лучше поливать вот в арыках. А вы знаете, вот в Узбекистане везде у них только арыками садят. Капусту арыками садят, помидоры арыками садят, поэтому... А у меня сноха с Узбекистана приехала, она и я у нее опыта, да? Набралась. Я когда пришла к ней, то я увидела, что у нее такие помидоры висят. Ну вот, немного получилось. Все свои томаты Наталья Николаевна называет узбекскими. Семена и действительно привезены оттуда. Одни сорта сажает для засолки, другие, крупные и мясистые, для еды. В апреле высаживает их в парничок, а потом уже в открытый грунт. Томаты краснеют прямо на корню. И даже небольшой огород зимой может вкусно накормить. Наталья Николаевна впрок готовит разные заготовки. В холодильнике уже кабачковая икра и соленья. А с нашими телезрителями хозяйка поделится необычным способом консервирования огурцов. Этому рецепту уже много лет научила мама. Я огурцы всегда срываю и сразу солю, потому что никогда не замачиваю огурцы, потому что огурцы берут ненужную воду, и при этом при солении происходит брожение. Использую кормиловскую воду из-под крана. Никогда не было, чтобы произошло какое-то брожение. Огуречики всегда обрезаю впереди и сзади. Обрезала. Все это складываю в тару. Здесь у меня перья чеснока, сам чеснок, морковка, укроп. Все это здесь должно обдаваться кипятком. Огурцы надо накрыть и дать постоять 10 минут. Воду слить. Сахар и соль кладется сразу в банку. На 1,5 литра 1 столовая ложки с горкой соли, 3 столовых ложки сахара, перец горошком. Укладываем огурцы, добавляем морковь и порезанную зелень. Ну и остался уксус. Вот на такую баночку, вот такую ложку всего десертную. Надо же, чтобы соль разошлась.
как всегда бабушка говорила, нужно покатать баночку, чтобы все разошлось. Таким образом, вся соль, сахар, все это расходится. Так как эта крышка не закрученная, все проверили, не текет, и закутываем. Все, вот таким образом я готовлю огурчики. Также можно и кабачки туда ложить. Беспокойный человек, так говорят про Наталью Шаерман односельчане. Она не пройдет мимо чужой беды, несправедливости и равнодушия, порой ценой своего покоя и здоровья. 4 года назад она стала инициатором строительства этой детской площадки. Одни возмущались, другие поддержали. На меня 2 раза в суд подавали из-за этого. Родители как бы опровержение писали, просили, да, отстояли, вам, да? Да, потому что детям некуда деться. Вот здесь 3 улицы садовые, да, детей очень много, а им негде приткнуться, нет места. Дети хотели бы еще и волейбольную площадку, нету земли здесь, потому что не каждый разрешит возле дома у себя делать. Ну, а здесь вот она как бы была, вот одна качеля. И как бы даже не огорожено было. Ну, вот прицепилась я к этой земле и все-таки добилась. До 3 десятка ребятишек собираются здесь ежедневно в 8 часов утра. Уже есть желающие посоревноваться в выносливости. К детям у нашей героини отношение особое. 22 года проработала она в детском саду. Потом пришлось сменить работу. И уже 18 лет Наталья Шаерман возглавляет сельский клуб в новой деревне, что в 3,5 километрах от Кормиловки. С ее приходом в небольшой деревушке, где чуть больше 1000 человек, жизнь стала совсем другой. У них вот кроме этого клуба ничего нету. ФАПа нет. Школы нет, библиотеки нет, общения нет никакого. И поэтому для них это вот единственное место, куда можно прийти, отдохнуть. А во-первых, они видят своих детей, своих внуков, потому что дети все участвуют. Этому зданию уже больше 3 десятка лет. Построили его в 88-м. Это должна была быть контора для животноводов. Помещение долго пустовало, а потом местные власти решили отдать его под клуб. Первое время, говорит Наталья Николаевна, не до песен было и не до плясок. Окна, почему у меня окна закрыты? Потому что они заложены кирпичом. Окон не было, дверей не было. Ну вот за 18 лет помаленьку, с помощью спонсоров, с помощью главы Борчанского поселения. И это самого помаленьку обустроили. Сегодня в небольшом деревенском клубе работает 10 объединений. Кукольный театр, хореографическая и танцевальная студия, семейный клуб, клуб по патриотическому воспитанию, вокальный ансамбль «Сударушка». Около 1000 жителей деревни, участники различных кружков и формирований. Дети выбирают по интересу себе каждый кружок. И определенное время вот они приходят, мы с ними здесь занимаемся. Здесь все есть, столы, все у нас в шкафах есть, все это самые виды ручного труда, все, что можно сделать. То, что мы умеем, мы предлагаем детям и делаем с ними. Дети очень любят театр. Театр у нас есть кукольный, это вот, который одевается кукла на руку. Uh-huh. И в этом году у нас пальчиковый театр был. Дети очень любят его. Даже та сказка, которую она уже, знаете, все знают, она как бы уже и... Она по-другому, наверное. Да. А вот когда ребенок, да, одевает, например, на палец и начинает обыгрывать сам, вот, это совсем другое. Вокруг себя Наталья Шаерман сплотила таких же активных, веселых, неравнодушных к творчеству людей. Мечтает, чтобы новая деревня зажила по-новому, и в сельском клубе всегда звучала песня. Наталья Шаерман – частый гость в районном доме культуры. Она участница народного вокального ансамбля «Рябинушка». Всего же здесь работает 35 клубных формирований, где занимается почти 1500 человек. Все с нетерпением ждут, когда возобновятся репетиции и выступления. Самодеятельным артистам теперь не придется зимой кутаться. В прошлом году здесь заменили систему отопления, водоснабжения и канализации. А совсем недавно в рамках национального проекта «Культура» завершился капитальный ремонт кровли, который не проводился больше 30 лет. Из бюджетов всех уровней на это было выделено 6,5 миллионов рублей.
Компания, которая делала нам ремонт, очень нам понравилась. Мы с ребятами буквально сроднились за 3 месяца. Они 17 апреля начали делать крышу. И вот работали они, не покладая рук. В 7 утра я иду на работу, они уже на крыше. В 7 вечера они еще на крыше, я иду с работы. То есть они работали на совесть. Не вот формально выполнить то, что по контракту прописано, а сделать так, чтобы было комфортно, уютно. Ну и крыша получилась у нас замечательная. Поэтому мы очень рады на самом деле. С нетерпением ждем, пока у нас и фасад преобразится, чтобы в наш Дом культуры было радостно идти любому жителю Кормиловки, любому гостю нашего района. Капитальный ремонт Кормиловского дома культуры продолжится и в следующем году. Планируется освоить еще 5,5 миллионов рублей. Их направят на ремонт фасада, внутренних помещений и электропроводки.